друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Сейчас хочу показать покупки, которые я приобрела для своих внучек. Итак, начнем вот с таких двух прекрасных, шикарных стульчиков. Ой, сейчас я вам покажу. Вот они, видите? Может, их многие видели, эти стульчики. Они такие прекрасного белого цвета, в горошек черный. Я купила одной внучке и второй. Это я эти стульчики оставлю здесь, потому что, видите, они как раскладываются. Потому что когда они будут ко мне приезжать и будут на них садиться и рисовать, потому что у меня есть столик маленький, тоже раскладной. И они будут рисовать. Следующие мои покупки — это вот такие вот нижнее белье. Вот такие вот маечки прекрасные, посмотрите, с бантиком. Мне они очень понравились такие, видите. Разных расцветок взяла я. И размеры одной внучки и другой. И также вот трусики. Видите, они тут гипюрчик такой красивый. Разные расцветочки, разные на них размер. И одной, и другой. Вот такие вот комплектики взяла я. Следующая покупка — это мои курточки вот такие. Смотрите, тут кармашечки. Это я взяла Марии с бантичком. Такие вот прекрасная курточка. Видите, черненькая. Я взяла ее в этом. Вот она, эта фирма, магазин. Этот я уже... Катон. Вот. Я там взяла. Они такие классненькие. А Ева купила вот такую вот серебре с розовым воротничком. Тоже мне очень нравится. Очень классно. Также следующая покупка моя — это шапочки. Машуни взяла вот такую шапочку с ушками и короной. А Евы взяла вот такую вот шапочку. Тоже белая с розовеньким. Тут сердечко вот нарисовано. Надка ушки закрывается. Мягенькая. С надписью. Вот. Следующая моя покупка — это колготки. Это колготки для Евы. Взяла я. Одни с сердечком, а другие вот такие вот. Тоже сердечко и с рисунком. Это я взяла в детском мире. И следующая покупка моя — это вот перчатки. Они мне тоже очень понравились. Смотрите. Одной поменьше размер, другой побольше. Вот такие синенькие с бантиком, видите. Здесь они такие немножко флизелин, что ли. Такие вот флизелиновые, не знаю. Как мех, то есть такой. Не могу понять, что. Вот такие вот. Итак, дорогие друзья, вот такие покупки я приобрела для своих внучек. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всегда буду вам рада. Всем пока-пока!